Ой, вот так. Все, теперь пускаю донаты, ребят. Все, теперь я могу их и скипать, и принимать. Все, что-то я такого, как будто на негативном вайбе. У меня как будто немножко так просела мораль. Поиграем. Поиграем? Не. Не хочу. Что за... Не хочу. А сапки? Убирайте сапчат, ребят. Блять, у меня сейчас голова заболела из-за того, что мы крутились. Да, то... Зай, ты хочешь сладость? Сладость или гадость? Да, сладость или гадость. Я не могу есть на стриме, у меня маска. А, я могу надеть другую маску. А попить хочешь что-нибудь? Да. А что-нибудь еще хочешь? Нет. О, это что такое? Сигма? Объектив? Нет, мне надо этот сдать. А-а-а. Это вот этот, который 80 тысяч стоит? Не 80. Ой. Да пошел ты. Извиняюсь. Мы не убираем, Наташ? Фу. 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 Фу, невкусно. Да ладно, я шучу. Я шучу. Я шучу, я тебя обайтила, чтобы ты говорила: охуела! У меня охуенные, самые охуенные духи. Минус 2 евро. Нет, я заметила, почему. Уже снимаю штаны. Ой, не сюда, анонимус. Я получила их. Спасибо огромное за донат. А, ты надела масочку такую удобную. Спасибо большое, Жеки Шлоу, за сапку. Да, пиздец. А. Он был красивым на фоне меня. А я духом сильный, просто терпел, что ты так и не думала. Так и не думала? Так и не видела. Блядь, сука, не получилось. Какой Гартик Шоу попищ, блядь. Да похуй, выпускайте ансабов, похуй, выпускайте ансабов. Ребят, ну что это такое? Откуда маска молнии? Я была на съемках 2 года назад. И там нужно было есть какую-то хуйню, я сказала, я не буду без маски сниматься, что-то придумаете. Они сшили мне эту маску. А, как с тобой можно связаться? Я тебе очень хотела помочь с мамой, потому что у меня такая же проблема, ты сама знаешь про что я. Про псориаз. Так, это ты никак не поможешь, в смысле? Ты никак не сможешь помочь. Если ты купишь маме квартиру в Сочи, покупай. Не, я тебе к тому, что ну никак не помочь. Типа тут моя мама болеет уже на протяжении 15 или 20 лет. Ну, потому что боты. Уберите, говорю, ну похуй, ну боты и боты. Что, ну что с ними поделать? Остальные что, не смогут писать теперь? Но они там одно и то же, типа, сообщение, типа, спам. Да? Угу. Что, реально? Да. Ну, короче, я не хочу, чтобы вы там думали, что как-то я Вадю обидеть хочу. Я не хочу обидеть Вадю, не хочу. Вообще, его, наоборот, поддерживать нужно, его, наоборот, оберегать нужно. Вот как зеницу ока, сейчас его нужно обнимать, ему нужно говорить приятные вещи, его нужно сейчас поддерживать. Только это сейчас спасает, понимаете? Вадь, смотри, они сейчас... Вадь, отправьте Вадя. Не, вот это Вадя. Ой, вот это Вадя, а вот это ты. Сделай что-нибудь с Вадей. Это я? Да. Это я. А вот это Вадя. Братанчик. Братанчик, смотри мне прямо в глаза, братик. Все будет заебись. Если тебе нужна какая-то помощь. Как с тобой можно связаться? Я тебе очень хотел помочь с мамой. Сейчас я договорю. Вадь, братанчик, я тебя обнимаю, приподнимаю. Все будет хорошо, если нужна какая-то помощь, хелпа, там что-то, поддержка. Да ладно, не кипишу, да ладно, я все решу. Мы все решим, брат. Все будет охуенно. Знаешь, что ты очень хороший мужик, ты очень добрый, искренний, и тебе все воздастся. В жизни бывает полная хуйня, я тебя прекрасно понимаю, но с этим надо справляться, потому что никто, кроме тебя, с этим справляться не сможет. Только ты, братанчик. Главное, очень сильно захотеть и идти к своей цели. У тебя все получится. Ты красавчик, трудолюбивый, умный, хороший. Наташа тебя любит, я тоже. Чё, бля? Чё, бля? Бля, Наташ. Дура, блядь. Это какой-то... Это я специально выключила звук, ребят. Потому что Амина не держит язык за зубами. Давай я сейчас включу. Ваня! Классный подарок. Сделала себе, купила подписку на тебя. Вы зайчик. Кстати, у меня столько девчонок появилось. Я помню, я тогда не понимала, типа, это каково... Боты. Это боты, Зай. Как говорится, если мне всего хуёво... Вадя, блядь, ты можешь не на стриме? Ну нахуй вы телячьей нежности устроили? Я разведёнка, блядь, мне грустно. Это Вадя? Да. Вадим, блядь. Можете... Не, блядь, Наташа. Вадим! Вадим, блядь! Вадим! Хватит! Убери его от меня. Вадим, блядь! Вот так вот, убери. Правильно, пусть уходит. Убери. Убери. Вадя! Он вроде бы обычный парень. Вадя! Что в его душе никто не знает. Вадя! Пусть никто его не понимает. Вадя! Просто занимается делами. Девчуля, привет, хорошего стрима. Наташ, любая девушка тебя поймет. Они нарвались на хейт только из-за своего поведения, и твой ТГ тут ни при чем. Пожалуйста, поддерживая нашего 192. Да, и, ребят, призываю вас, наоборот, поддерживать, даже вне зависимости от того, что, блядь, какая я там, что-то там высрала, могла неосознанно травить аудиторию на него, но просто я этого не желала, я реально желаю всегда Ваде зла, Вадя умничка, Вадя золото, Вадя... В смысле зла? Я не была на Вадю зла. Зла. А, я желаю Ваде зла, ты сказала. Ой, я, нет, я, добра, блядь, это что, ошибка по Фрейду, что-то пиздец какая-то. Ебать, реально. Я сказала зла? Нет, простите, нет. Добра хотела, не зла, добра. Ну все, сейчас вырежут это. Пиздец, сейчас просто из контекста это вырежут. Ну, пожалуйста, не вырезайте. Если я увижу хоть одну вырезку в ТикТоке, я вас забаню. Я вас предупреждала. Мне поебать. Я вас забаню просто. Забаню, и вы в рекомендации мне больше никогда не попадете, понятно? Я вас всех по никнеймам знаю. Кореш, здорово. Бан. Без спама! В зависимости от того, что, блядь, какая я там, что-то там высрала, могла неосознанно травить аудиторию на него, но просто я этого не желала, я реально желаю всегда Ваде зла, Ваде, в зависимости от того, что, блядь... Ебать, я тварь! Я не хотела, наоборот... Ебать, я тварь! Охуеть, ну все, можно... Я всегда желала Ваде зла, блядь, говорит, ебать. Не, ну... Блять, ну и мужики кинут, сука. Детка, бери в рот мою букву. Все, так вот, блядь. Ладно. Блядь, нахуй тащи. Сука, игрушка вонючая. Не трогай. Это малювый цвет. Это падка. Х-у и краткая. Детка, ты на это падка. Хаги-ваги. Куда Хаги-ваги делся? Он сгорел, почернел. Ну, поведение у девушек реально было не самым приятным. Угартик, смогла посмотреть только 20 минут и ушла. Понял. Ну, видишь, у каждого свое мнение. Я просто предлагаю вам закрыть тему и просто не мусолить. Типа, мы, знаете, у нас какие последствия? Мы довели все равно одного человека. Я не считаю, что я, блядь, запорола всю ситуацию соло, нахуй. Я считаю, что мы вместе все это сделали. Там не только я в чате писала, там все, нахуй, 50 тысяч человек писали в чат. Фу, нахуй, портили всю атмосферу. Ну, вы сами понимаете. Ну, мы же тоже не виноваты ни в чем, как бы, если они такие, сами такие. Ну, вы сами понимаете. Вот, но, как бы, все. Мы довели человека, все, больше никогда нахуй в жизни себе не позволяйте такого. Все, вы понимаете, что любые сейчас слова любого стримера могут вот вывести из-под себя просто, из колеи. Вот и все. Давайте Вадю окружать только добром и заботой, пожалуйста. Я вас умоляю, блядь. Я вас умоляю, нахуй. У него сейчас не очень хороший период жизни. У меня тоже, кстати. Блять, вроде должно все быть хорошо, пиздец. А все как-то ебано. Не говори даже. Даже не говорю. Если честно.